Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущая Екатерина Остапев, победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна» Княжев Георгий. Мы поздравляем его, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички компании «Альфа-Окна». А если вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. 100 рублей на телефон за правильный ответ мы перевели Степану Львову. Теперь два приза в конкурсе на детской страничке в еженедельнике «Волна». Сладкий подарок и 50 рублей на телефон. Мы ждем ваших звонков по новому номеру телефона 3-55-25 каждую субботу с 10 до 15 часов. Желаем удачи и приятного семейного чаепития. Мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сладкие подарки от грузоперевозок «Муравей» и ресторана «Печора» и сертификат на поздравления на кабельном телевидении «Волна». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвует 21 человек. Между ними разыграем сертификат на поздравления. Итак, первым победителем на сегодня становится... Андрей Пашков. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвует 23 человека. Между ними разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». И очередным победителем на сегодня становится... Елена Петросян. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 18 человек. Между ними разыграем сладкий приз от ресторана «Печора». И последним победителем на сегодня становится... Алена Захарова. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание объединения «Волна». На этом наша передача подошла к концу. До свидания. Увидимся ровно через неделю.